Горки и лесенки, турники и качели. Все это есть в теплых воспоминаниях о детстве, наверное, у каждого, кто вырос во дворах многоквартирников. Современные малые формы для детских развлечений более замысловаты и функциональны. Но насколько они безопасны? Например, жителей дома по адресу Ленина, 16, обеспокоило то, что некоторые элементы новой детской площадки, по их мнению, просто вкопали в землю, не укрепив соответствующим образом. В управлении жилищно-коммунального хозяйства уверяют, что горожане с выводами поторопились. Установка каждой формы прописывается в паспорте заводом-изготовителем. Устанавливаются они обязательно на бетон. То, что поступало в ваш адрес обращение бдительных жителей, граждан, что просто присыпано землей, то строители делают подготовку, потом в один день сухой погоды проезжают и бетонируют все опоры. Вне погоды делается подготовка. При плюсовой сухой погоде производится бетонирование. Специалист ЖКХ рассказал, что стандарты требований к дворовым игровым площадкам были всегда, а недавно вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза. В нем целый ряд ГОСТов и СанПинов, в которых прописаны и технологические моменты установки, и размеры, и расстояния. Основное требование у нас — детская площадка должна быть на удалении от мусорных контейнеров, да, от проездов, основных проездов оживленных, от парковок. Обязательно детская площадка не может размещаться над тепловыми сетями. У тепловых сетей есть расстояние безопасности, на которое должны быть малые формы отнесены. Это обязательно выдерживается. По словам Павла Авдеева, в этом году малые формы установлены на площадках 16 дворовых территорий. При этом стоит отметить, обустройство игровых зон во многих дворах Бердска – занятие достаточно сложное. Дело в том, что площадь зачастую очень ограничена. Но проектировщики находят решение, чтобы детям и играть было где, и нормативы были соблюдены. Допустим, те же дворы, вот, как микрорайон 22, 23, 24, эти дома, дворы ограничены следующим домом. На 22-м, на 23-м доме есть вопрос у многих жителей, зачем тротуар не с той стороны. Но одна как раз из причин, что детская площадка, ну, как тротуар будет служить своего рода буферной зоной между дворовым проездом и детской площадкой. Выражение «дети – наше будущее» старое и известное, наверное, всем. Обустройство безопасной и комфортной среды для детей – важнейший момент заботы об этом самом будущем.